Всем здравствуйте! Сегодня 13 августа, и сегодня организована поездка в местечко, которое называется Гуча. Ну и по дороге в определенное место всегда сворачиваем в какой-нибудь монастырь. Сегодня это монастырь, который называется Муравцы. Из какого века, сейчас посмотрю. Ну вот здесь вот написано церковь, монастырь святого Архангела Гаврила, который был создан в 1858 году на местечке старой деревянной церкви. Проходит служба в церкви, но мы так только проездом здесь. Заброшенный колодец. Который когда-то, наверное, был в употреблении. Ну и вот так вот выглядит издалека наш автобус. Продолжаем путешествие. Интересно, что мы делаем.
на память три магнитика из Гуччи. Спасибо, мои дорогие, за просмотр. Кто любит слушать трубачей, приезжайте в августе в Сербию, в место, которое называется Гуча. Всем пока!